Здравствуйте, ребята! Привет! Скажите, пожалуйста, видели ли вы последнее творение группировки «Ленинград» клип «Экспонат», больше известное как «На лабутенах»? Конечно, видели. Видели? Да. Хорошо. А теперь об уроках жонглирования булыжниками. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы о том, что на территории Российской Федерации вот уже более 2 лет дают уроки жонглирования булыжниками? Нет, я о таком не слышу. Слава Богу, себе представляю. А вы девушка? Тоже не слышала. Не слышали. Ваш взгляд, вот как выглядит учитель жонглирования булыжниками? Мне представляется сразу пауэрлифтер. И разве что такой огромный пауэрлифтер, который кидает булыжники. А у вас девушка? Никаких. Никаких образов, никаких ассоциаций. Скажите, пожалуйста, хотели бы вы увидеть жонглирование булыжниками? Я, да. Это интересно. И вы бы хотели увидеть? Готовы увидеть его прямо сейчас? Давайте. Давайте. Согласитесь, какая прелесть, мгновенно в яблочко попасть почти не целясь, орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю, моих грехов разбор, отставьте до поры, вы оцените красоту игры. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Государства пока что нет, не оказало, но я думаю, что недалек тот час, когда окажется. I like it. Окей. Охренеть. Ребята, вот только что вы узнали больше о жонглировании булыжниками на территории Российской Федерации. Ваше впечатление? Мне кажется, это забавно, но что-то в этом есть, собственно. Вам понравилось? Ну, я бы на это посмотрел, на самом деле. А вы, девушка? Да, так же посмотрела. Скажите, пожалуйста, порекомендуете ли вы актрисе, которая исполнила главную роль в клипе группировки «Ленинград Экспонат», он же «На лабутенах», прийти на уроки жонглирования булыжниками и подарить свою молодость, красоту и артистизм для популяризации жонглирования булыжниками? Я думаю, стоит. Раз уж она связалась с группой «Ленинград», то почему бы уже до булыжников не дойти? А вы, девушка? Юлька, приходи на уроки жонглирования булыжниками на лабутенах. Да. То есть вы бы хотели увидеть это? Ну, да, это весело. Просто. Вы поддерживаете проведение в городе Санкт-Петербург акции «Уроки жонглирования булыжниками на лабутенах»? Однозначно поддерживаю. Да. Спасибо вам большое, снято.